Ну, типа, все равно темнее, чем днем. Днем-то вообще прям видно-видно все. Но Ну, днем типа. как-то солнышко больше светит. А Да, и ночью все. как будто пасмурная погода просто. Да, как будто дождь без дождя. Кто-то ходит. Ну да, типа того. Слышишь? А, да. Так, Вон то есть. там вот. Я, по-моему, даже видел. Мимо деревьев. Я хочу. Ты даже не знаешь, кто там. Да похуй. Какая разница? Хочется? Сейчас попью. Ну что-то тут многое. Да, спала, спина. Четыре лапы. Это стадо, походу, ходит. В ногу и четырех лапы. Там бежала, как корова, ты-ды-дых, ты-ды-дых, ты-ды-дых. Да, это Эотрайк. Пойдем. Эотрайк. Пойдем душить его. Ты чё? Че ты боишься? Вдвоем? А что ты боишься? Он не фуловый. Возможно. Ты приколист, походу. Да не боись. Я тебя защищу. Давай к воде, Вася. Ну и как тебе? Нормально. Я сейчас до этот full HP похуярюсь. И дальше ты. У него стамины уже нет. А дальше я регенюсь. А че это он бьет так ногой задней как-то странно? Я Или без это понятия, что он делает. все, отходи. Бежит, бежит, смотри, стамина тратится. Все, стоим возле него. Хилимся. Че ты, Вася Фуфилович? Давай, залазь в дырку. Так он в нее тоже залезет. Не, я ему говорю. А. Да он типа так спрятался или что он делает? Да, вообще не видно. Блин, ХП вообще нет, не восстанавливается нифига. Ля, встал. Ну, началось. Моя любимая. Вот за что я прям обожаю травоядных, это вот за это. Контроль. Я пойду по регене ХП. Лёжа. Сейчас он как раз гонится в меня и Ну чё ты, он куда ты там? сел. Да, конечно, контроль его. Стой рядышком просто. Как только садится, сразу беги. Но ему неприятно. Он понял, что не на тех нарвался.
Он дефенсный, да? А я не шарю в них. Вообще не разбираюсь. Какой-то он. Неприятный он. Только не садись. Прям вот. Я не сажусь. Бежит. Я стою. У меня по половине еды и воды, поэтому я медленно хилюсь. Угу. Че, я дохилюсь хотя бы еще чуть-чуть. Вот. Полминутки. И пойдешь кушать, пить и... И стоим, просто смотрим друг на друга. А у него стамина сейчас наберется, он в меня разгонится. Все, уходи. Это он странно, он не на выход идет, но случайно. Не знаю, вроде башкой машет в стороны. Ой. А там можно махать. А, да? Да. Да. Ой, он все сейчас скоро умрет. Только тебе больно, ладно. По-моему. Ага, вот так, значит. Че, он обратно встал? Да. В позишн. Попила, поела? Нет, я полежала чуть-чуть. А, все понял. Я Регине стаминку. Блин, как бы его загрызть так? Чтобы не отлететь самому. Пойду по регенесу еще. Контролишь? Да. Я стою здесь. Он очень плохо стал. Сейчас вообще некомфортно. Угу. Кто-то идет. Да, слышу кого-то. Что-то тройкообразное. Да. А вон, это Кентра. Пробежал мимо. Он наверх куда-то пошел, не к нам. Главное, чтобы он и дальше туда шел. Контроль Кентру. Контроль Кентру, чтобы он ко мне сзади не подошел. Да, 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 я смотрю вообще все по площади, по кругу. Да мы его слышим, типа, он очень далеко бежал, мы так слышали его хорошо. Главное, чтобы этот по таймеру не вышел, вонючка. Дерни его справа... А, все нормально, шевелится. Главное, чтобы шевелился именно. Головой-то он на эскейпе может вертеть. Серьезно? Можно на эскейпе вертеть башку? Я это, конечно, сейчас проверять прям не буду, но потом надо проверить. Да, можно. Просто мышкой зажимаешь в любом месте и вводишь туда что-то. Можно даже жрать на эскейпе. Если у тебя во рту что-то есть. Что там он пишет? Типа, отпустите меня. Админ? Он написал. Админ? Ну, админ и чё? Это Заличев, походу. Я так поняла. Или он своим написал? Либо это он админ написал? Надо его зайти ему в жопу. Уснуть. Так. Дергается. Немножко накусала. Хорош. Уходи, уходи. Да он уже умирает. Уже чуть-чуть. Давай, давай, побежал. О, как меня тэпнуло так вперед. Я за ним. Уходи. Что происходит? Ух, все, ложись, ложись, ложись. Четко, четко.
Меня не... тэпало жестко, ты видел? Нет, меня вперед-назад дергало. Просто, блядь, лучшая, лучшая, просто... Просто еще бы чуть-чуть, он бы меня убил, у меня прям чуть-чуть хп осталось. Ебать, жестко трайка разъебали. Аля, какой вкусный, нежный, сюда дай покушать. Он вниз упал, да? Да. Я поем, чтобы хилиться лучше. У меня все равно никаких негативных эффектов нету сейчас. Так что можно ходить. Да. Я забываю все время, типа, ложись, говорю, хотя, ну, типа, у него нет бледа. После ислы, да, это да, привычка да, да. Еще. Так, пьем воду, и вот пойдем, я, типа, поешь его, и пойдем, типа, покажу, откуда пить. Здесь нельзя пить? Нет, нельзя, я не разрешаю, это мое озеро, Елена. Это ладно. Озеро не для питья. Ладно. Это озеро должно быть, это ванна. Там чистенько должно быть, ты купаешься. Так его можно чистить, но там же есть квест на очистку. Надо, чтобы оно очень чистое было, чтобы вообще очень много рыбы было. Вот тебе озеро, пей отсюда. Ладно. Там не можно. Там должно быть 100%, и мы там рыбку будем ловить. Окей. Я забочусь о популяции рыбы.